меня боец из Узбекистана. Весовая категория 71 килограмм, ему 23 года. Рост 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражения и 0 ничьи. Тренер Раим Джонов Машкур. Бойцовский клуб Кабул. Встречаем Ахмедов Мардан! И его соперник в красном углу. Весовая категория 71 килограмм, рост 179 сантиметров. Представляет команда Кыргызстан Майлюсу. Чемпион Кыргызстана по греко-римской борьбе. Чемпион Кыргызстана по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 7 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Калугулов Мики. Бойцовский клуб Ихлас. Санжар Сапсан Аджибаев! Бойцы на середину. Поприветствуйте друг друга. Слушаем аккаунт четко и ясно. Понятно было? Затылок. Позвоночник пинами и бел. Шорты пикировку не хватает. Техник по моей команде. Стоп. Прикашай здесь. Ясно. Бойцу синего угла минус 1 балл за перевес. Боковые судьи, отметьте себя. Первый раунд. Синий угол, 2 секунданта. Синий угол, 2 секунданта. Thank you.
Закончился первый раунд. Бойцы в октагон. Баткен шары қолдап қойыңыз, қолдап тұрасыз. Ура! 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 Ура!
давай, иди на секунду, сюда, иди на секунду. Умей секунду, умей секунду. Тебя кулак еще. Так, давай, эй, кулак. Так, белый. Время, время, соли. Закончился второй раунд. Бойцы в октагон. Раунд. В третьем раунде за 1 минуту 5 секунд удушающим приемом победу одержал Санджар Сапсан Ади Бая. Барбу.